Всем привет-привет! Это Мэрин Балак из Ванкувера. Приветствую, ребята, вас на своем канале. На своем канале я рассказываю о повседневной жизни в Ванкувере. Я живу здесь уже 25 лет, работаю медсестрой, и когда у меня есть свободное время, делаю маленькие видео о нашем Ванкувере. И сегодня я хотела бы вас пригласить с собой на прогулку и показать, как же распускаются деревья и цветы в Ванкувере. Весна уже здесь. Оставайтесь, подписывайтесь, со мной будет интересно и весело. Hello, hello everyone, this is Mary Balak from Vancouver. Welcome guys to my channel. On my channel, I'm talking about everyday life in Canada, Vancouver. I've been living here for 25 years, working as a nurse in a hospital, and during my free time, I'm just making small videos about our lives. And today I would like to invite you with me for a walk, and I'm going to show how blooming trees and flowers in Vancouver. Spring is here. Stay with me, subscribe. It's going to be so much fun, guys. Как я уже говорила, весна – мое любимое время года, и вот я хожу и любуюсь прекрасными-прекрасными растениями, которых огромнейшее количество в Ванкувере, и сейчас все начинает цвести, удивлять нас своими цветами, и, конечно же, радует наш глаз. Вот посмотрите, как у нас цветут деревья. Прекрасными белыми цветами. Вот вся аллея в таких деревьях. Сейчас, конечно, они уже отцветают. Но это замечательно прекрасное зрелище, которым можно наслаждаться, гуляя целый день. Все в цветах. Вот она, красавица магнолия. Бело-розовые цветы. Огромнейшие. Сначала расцветают цветы, а только потом появляются листья. Это прекрасное дерево. Смотрите, какие они огромные. Вот, смотрите, моя рука. Огромные лепестки. И эти лепестки вам сейчас говорят привет всем из Ванкувера. Hello everyone from our beautiful city. Вот у нас уже расцвели нарциссы маленькие, тюльпанчики готовятся порадовать нас своей прекрасной цветовой гаммой. Ну да, здорово, правда? Ну и, конечно же, тюльпаны, которые уже распустились. Очень прекрасное зрелище. Это нам говорит о том, что весна вот-вот уже, скоро все-таки будет здесь, практически уже здесь. И мы все будем радоваться приближению лета. Ха-ха, какая прелесть! Ну, это наши замечательные, знаменитые сакуры. Вот здесь она стоит не в ветреном месте, да, то есть здесь нет ветра, и она еще сохранила свои лепестки. Вот такое прекрасное дерево. Ну, этим, конечно, можно бесконечно любоваться, любоваться и любоваться. This is our beautiful sakura. So beautiful that you can watch them for hours. Ну, это тоже прекрасная сакура, которая стоит не на ветреном месте, и вот она так прекрасно сохраняется. Посмотрите, ребята, какое у нас немножко ветрено в Ванкувере почему-то этой весной. Но вообще, конечно, обалдеть, весь парк стоит в таких сакурах. This is beautiful sakura, right? In Vancouver. Вот какая красивая комбинация получилась из таких прекраснейших цветочков с вербой.
This is so cute. Вот посмотрите на эту красоту. Я обожаю этот цвет и обожаю эти шикарные цветы. Они обычно начинают цвести ранней весной, и некоторые из них продолжают цвести аж даже до середины лета. Так что вот в такой красоте они бывают: белые, розовые, красные, фиолетовые. Очень красиво, правда? Какая прелесть! Да, куда бы вы сейчас ни посмотрели, везде цветут кустарники, цветы, деревья. Да, это самая прекрасная пора в Ванкувере. Несмотря на то, что еще достаточно прохладно, все-таки это просто, просто приятно смотреть на все это. Ах, какая прелесть! This is so beautiful. Вот такие клумбочки стоят у нас по всей деревне. Ну, прямо весна в Ванкувере. А вот здесь, перед магазином, посадили такие прекрасные цветы, тюльпаны. Но здесь не только перед магазином цветы, там еще и внутри магазина все украсили цветами. Ну, просто весна кругом. Тюльпаны. Как я обожаю тюльпаны. Какие прекрасные цветочки. Those flowers are so beautiful. Обожаю эти маленькие цветочки, обязательно сажаю их всегда с геранью, и они прекрасно, они так вкусно пахнут. Какие тюльпаны интересные. Beautiful, beautiful flowers. Какое красивое дерево! Ну что же, пусть распускаются цветы. Пусть распускаются цветы. И деревья тоже. Thank you guys for watching my videos. Thank you for subscribing. Thank you for commenting. This is Mena Balak from Vancouver. Огромное спасибо, ребята, за просмотр. Огромное спасибо за подписки и, конечно же, комментарии. Это Марина Балак из Ванкувера. Мамуля, ты обожаешь эти цветы.
Тебе тоже привет.